коли у тебя такой тонкий резец, можно зрабить такими, как бы можно сеткой такой, да, вот такой вот так, после вот так, и он будет шерый, не зусим черный. Добро? Это уже як тебе хочется. Можешь вот такой вот, как было шерое, так перекрыжовал. Так, так, так. Добро? Вітаем, шановне господарство, в програмі «Край». Ми запрошуємо вас на майстер-клас, який з учнями Пружанської школи мистецтв проводить мінська мастачка Юлія Шаціла. Але і майстер-клас, і сумісна з мужем-скульптором Олесем Шацілом вистава тут, у Пружанському палацику, не випадковість. Родові корені Юлії по куделі, це значить по матчиній лінії, отсюль з Пружанщини. Ми вирішили показати дітям, що таке графіка, розказати, і показать технічно, бо вельми мало все ж таки людей і тут, і не тільки тут. Я думала, що ніде, може, за межою більш зрозуміє, що таке графіка, але я ось переконалася зі своїх вандровок, що і там це розповсюджено так локально тільки. Є педагог, є школа. Педагога нема, нічого нема. І мені б хотілося, наприклад, мені було приємно, як винік наших майстер-класів був менавіта тим, що адміністрація мистецької школи в Пружанах зацікавилася і почала потиху-потиху це розвивати, бо це вельми популярно в сучасному світі, в контексті дитячих конкурсів, дитячих імпрес. Це дозволяє широко брати. Це не тільки станкове, це і поштовки, і екслібрис, і ніякі книжні моменти, і вельми багато людей зацікавлено в цьому. Я вам поставила задачу вельми просту – зробити чорне і біле. Звісно, це ліногравюра сама, вона вельми багата, там вельми много прийомів, можна і кропочками нешта, хто там спазняється, будемо старатися робити по-різному. Рука-то не слухається, здається, голова розуміє, а рука не слухається, тому що в опиту такого нема. Коли раптом хто дірку зробить, так само не страшно. Поколь Юля передає своїм юним землякам секрети літографії, давайте познайомимося з її мужем, со скульптором Олесем Шацілом. Я притримлююся особисто того, що в скульптурі вельми важна сутність, то, що внутрі скульптури, ну і не менш важна і професійне володання форми. То і друге важно. Домінувати все-таки, на мою думку, повинна внутрішня, а підтримувати його професійність. Форми. Ви сьогодні виставили тут, в Пружанському палацику, ну, таку неку цільну композицію, об'єднану, я не знаю, ідеєю, музикою. Що ну, це так, за композиція? Я працюю і зараз так само над серією скульптур станкових. Це значить невеликих, які мають агульну назву музики. Серія гэта уявляє собою якби вобрази людей в національних строях з національними музичними інструментами. Лірнік, дудар, лірнік, гусляр. Дудар, гусляр. Так само у мене там на черзі і барабанщик, і з бубнами чоловік, і з басетлей. Просто там не цікаво, і костюм, і інструменти. А сам не маєш дочинення до музики? Ну, вже маю, вже сижу, так. Вже син мой на фортепіано грає, тому маю. Коли такий гук, такий, вот, чуєте такий, це значить фарби багато. При допомозі валіка ми наносимо фарбу на нашу дошку. Професійною мовою це називається дошки. О, бачиш, як у тебе добре отримлюється. Навіть вже і дорізати нічого не треба. Зробимо перший відбиток. Пригоже на листик компонуємо дошку, накриваємо другим листом і лишкою. Ось так проглажуємо. Вельми складано, звісно, жити без станка, коли відбитки великі. І ось ми можемо переконатися у тим, що відбиток у нас, хоч почати добре, але ще не дороблено. Існують такі проби, проміжкові відбитки, які дозволяють здрукувати і поглядіти, що не дороблено. Можна дороблювати, а можна покинути так. Я розумію, що ти приїхала, можна сказати, на родину. Так. І що ця вистава у Пружані тут не випадкова. Наскільки вона сама по собі зв'язана з цією землею, з цим краєм, нечто є, що єднає її з Пружанщиною?
Мне бы хотелось спочатку сказать про то, что вот у нас в Залесе практически юбилей вот скончания Академии. Его было 10 годов этим летом, мне 10 годов наступным летом будет. И, напевно, серед наших коллег мы довольно поздно отважились на то, как сделать эту первую выставу. А это первая персональная? Это первая персональная суместная выстава. Мы много удельничаем, усюды и тут, и за межой. Так я читаю, там около десятка замежных краин у тебя. Так, так, много, было много. Опыт великий, але персональная наша, такая первая. И когда я уже отчула, что я готова сделать эту выставу, вот мне само придумалось, что должна быть первая тут. Где бы я ни была, я шукаю вот эту связь с этой землей, вот именно маленькой землей. Когда оно перекликается с этими детскими уражениями, тогда я это малюю, такая связь. Але переважная большинство литографий, которые тут выставлены, ну, принамсі по назвах, и я так уявляю себе и по зместу, они несут такую некую философскую накерованность. Вот, скажем, отходит час. Ты что-то хотела сказать этой серии? Хоть, напевно, в профессийном свете мастерства, конечно, до кого я належу, не принято разделять мастерство жаночее, мастерство мужчинское. Але тем не менее, конечно, и оно разделяется, разделяется, и это видать. Мне хочется камерное такое мастерство, лирики в своей праце. Мне вельми кранают наши вёски белорусские. Мне важен настрой некого часу, некого дня. Хоть кажется, что час, и он за все даёсь, но и он отдыхает, отдыхает. Вот мой муж не сгодны, что час отдыхает. И он говорит, он же тут. А я говорю, ну ты же сам. Я мусить счастливый человек и часу не назираю. Так само, вот я сегодня поеду в свою родную вёску. Я увижу там совсем иное, что я бачила в своем дитинстве. Я вот слухаю тебе, Юля, и сгадываю, ну, не такую уже и давнюю, але уже, на жаль, героини этой выставы нема на этой земле, выставу Алены Лоси и ее интервью в этой же зале. И ее працы, когда она говорила, что все, что я малюю в книгах, я неколи бачила. И вот это у моих малюнках, это детали, это, может, этнографичные, может, некие природные нюансы. Вот все я переношу. Ты так само вот, по такому принципу працуешь, как Алена Лось? У книги не. У книги совсем. А в литографии? По-другому. В литографии так, это я все бачила. Бачила, и вот саправда Алена Георгиевна правильно сказала, для меня это вельми таки дорогий человек. Моё первое такое знакомство с ее отбылось, это книжка «Лето в серванте». Я про это писала в продмове до ее альбома, что, саправда, я памятаю вот этот сервант такие, где были маленькие слоечки с вареньем. Мне это так подобалось, девчонцы. И праз много год, уже когда я была с ее знакома, все, я увидела этот сервант в ее альбомчику для замалевок. То есть, саправда, и она так. Ну, вот у меня в книге по-иншему, а в литографии, конечно, ты ж нечто бачишь, нечто переходит. И вот стая Шарашовская церква, капличка, так самая она с памяти, за вспомином. Я люблю Шарашова, я люблю Пружанщину, и Брещину люблю. И мне, кажется, так важно ведать, что ты любишь, да, ось, вот это ведать. Вот Олесь, он Зловщин, там совсем по-другому все. Я была один раз там, и там... Там вельми все по-другому. Так само близко, родно, але у нас там никого не засталося зусім, как мы навод ехали, ездили туды. И навод вось мой муж полюбил Пружанщину. Так само. Ось Юля сегодня проводила майстер-клас по литографии. Проводить становится потрошку зрозумелым, так сказать, шлях до этого мастацтва. А який был шлях у Олеся до скульптуры? Выпадковость это ці это некая мара еще? Справа в том, что все по мужчинской линии в моем особистороде до моего батьки были ковалями. Вот мой дед, якого я ведал, прадеда ведаю только по фотоздымках, а деда ведал особисто. И он был апошний коваль. Это где? Мы с батьком, в основном батька, робили ему помник надмогильный. Так на помнику на медальоне написали апошний коваль рудни песочный. Он жил в Гомельской области. Батька не стал кому ковалем, видать, из-за того, что это уже стало непотребно. Але ковальские вот эти все
здольности и дух увасобился, видать, у тем, что он стал мастаком. Ну и так мы один за одним по этим родовым неким занятку идем, только мы уже не ковали, а ковали сучасные, которые працюют с металлом, але уже без молотов, руками. Як увогуле нараджаецца твор, вот та ж літаграфія, ну вот скажем, вот той знову ж малюнак такі з нейкіх, скажімо, філософським ці з претензії на філософське обагульнення. А як він називається, до речі? Развітання. Ось гэта, ось, до речі, гэта праца. Це сапраўды так само реальні двері, як ось ми тільки казали про Лоющу. Ну це двері панадворка Залесєвага бабулі і дзядулі. Там Чернобыль вельми близко. И оно такое тужливое, когда зусим все уже, все отходит, все, что могло, и никто туда не приедет, там жить нельзя. Я убачила это. Мастерство это складанное, да, складанная справа. Я приехала зараз в Вильню, там зусим другое мастерство. Наше мастерство им не цікаво. Им не цікаво. Им не цікаво. То, что мы робим, им не цікаво вот наши вот эти жадание нечто сказать. Мне, здається, для меня важно разуметь, что я хочу сказать, хотя бы самой себе, тогда, может, и люди зразумеют. Вот я не ставлю себе задачи робить на данный момент вот, абсолютно интерьерное мастерство. Это иншее мастерство. Иншее какое? Ну, махчима так скажу смешно, но я бы, напомню, ни одну из своих прац, вот я бы не повесила себе дома, не тому, что она там нейка, а тому, что мне хочется, как оно все-таки трымало глядача, и нейка переживала эмоционально. А дома я повесила пригожие кветки. Я сподіваюся, я почну робить просто пригожие кветки. Но тут все, так само все, есть кветки, за тенем, слонечники, кветки. За тенем такой, а я буду, вот я планую начать, я хочу радостные кветки. Хочу счастливые кветки, солнечные кветки.